Всем привет! Сегодня покажу, как подключить GoPro к телефону при помощи вот такого приложения. Я со старого телефона приложение удалила, он у меня был на старом телефоне, поэтому вместе с вами заодно и вспомню, что делать. Для начала нам его нужно скачать. Вот еще раз покажу, как оно выглядит, как называется. Итак, заходим в App Store, пишем приложение, название. Вот оно нам его нашло. У меня оно было скачано на другом телефоне, они подсоединены, поэтому я просто нажимаю сохранить его, а вы качаете. Ну и ждем. Итак, оно у нас скачалось. Открываем. Продолжить как гость. Да, есть. Да. Включаем Bluetooth. Так, сейчас я включу у себя. Вот. Да. Нажимаем. Теперь нам надо включить GoPro. Так, мы включили. И пробуем подключиться. Что пишет? Так, у нас десяточка. Так, включила. Смахните вниз. Подключение. Коснитесь подключения устройства. Коснитесь, чтобы переключиться. Вот оно еще и показывает нам тут. Так, давайте пробовать. Сюда. Влево и коснитесь подключения. Нас вправо. Вот подключить устройство. Приложение. Так, продолжить. Нашлось. Все. Сохраняем. А, вот у меня было название. Так. Еще и обновление доступно, оно еще и обновится. И при помощи этого приложения можно скачивать с GoPro сразу же всякие фотки, видео. Можно также через телефон подключать его, включать видеозапись, фоткать. Прикольно, короче. Так, давайте обновим ее сразу. А, думаю, что она у меня не показывает. Вот так. Так, подключаем. Ну. Так, вот обновочки какие. Обновить. Вот заодно и показала, как происходит обновление. Довольно ничего сложного. Через телефон, хоп-хоп. И ждем. Что нам тут пишут?
Смотрим. Сейчас оно выключится, включится. Выключилось. И включилось. Все. Все, все как было. Теперь смотрим, что здесь. Ну вот. Ну, у нас закончила. Телефон не нагрелся. Так, это нам пока не надо. Не хочу уведомления. Ну и давайте посмотрим, что тут. Хорошо. Итак. Смотрите, вот мы ее подключили. Она нам показывает тут количество заряда. Какие материалы на GoPro есть. Так. Это оно грузит. Что тут есть? Вот оно загрузило. Можно даже просмотреть. Вот видосик. Так. Можно включить. Вот смотрите, можно фотку сделать. Вот оно сделало фотку. Смотрите. Вот. А можно видео. Переключилась. Смотрите, переключаю. Фото, видео, Time Warps. Вот, можно видео поставить. Нажимаю, и пошло видео. Вот такие дела. Очень удобно. Так, вот сейчас посмотрим то, что мы снимали только что. Дивана кусок. Так. Ну, в целом, вот такая система подключения. Здесь также есть студия, на нее надо регистрироваться, подписку, это уже платно. Это материалы. Это фотки, которые у меня есть на телефоне. Так, а здесь можно сохранять то, что вы... Тут здесь есть еще приложение, которого можно редактировать. Создать ролик. Ну, это я уже в отдельном сделаю, наверное, видео. Что-то я наклацала. А вот, кстати. Ну, примерно так потом с вами посмотрим. Так что вот такое приложение.